И в завершение озвучим результаты зимнего единого национального тестирования. В январе экзамен проходили почти 35 тысяч выпускников. По новым правилам, теперь тест можно сдавать 4 раза в год. Ученики очень довольны, они так и говорят, что для нас это как бы тренировочный ЕНТ. Уже психоэмоционально они уже готовы. Вот для них это очень хорошая возможность себя подготовить, себя перепроверить и воспользоваться теми преимуществами, которые предоставляет государство.